кстати, вес принт-контроллера в сборе чуть более 1,5 килограмма. Батарея уже садится. Может, успеем увидеть. Вот он. Да, 1576 грамм. Это вот принт-контроллер в сборе с проводами, с болтами крепления. Даже будет чуть больше, если будет еще одна заглушечка здесь стоять. Выглядит. Вот. Но в принципе к нему еще должны идти вот эти три крепежа. Тогда полный комплект 1825 грамм. Это для аппарата в РИЗО серии РЗАТ.